Доброе утро! Сегодня 2 мая, и к самому дню города мы хотим реализовать один небольшой, но очень любопытный проект. Площадка для игры в питанг. Загуглите, питанг — это такая игра, которая не очень динамичная, но получила широкое распространение в странах, многих странах Европы. Идеальный спорт для современных людей. Не надо обладать суперрефлексами, суперсилой, суперскоростью. Надо просто, чтобы двигалась рука. Вот 12 цифра. Ну, отлично. А там 11. Вот на это примыкать? Да. Вот здесь будет наша площадка. По периметру, где сейчас дорожка, будет бордюр высотой 120-150 мм. Грунт внутри выбираем примерно на высоту штыка лопаты. Просыпаемся щебнем, просыпаем песком, проливаем водой, трамбуем, еще раз просыпаем песком, еще раз трамбуем, и сверху красивенький гранотсев. И все, уже стоя здесь, люди будут играть вот в ту сторону, ну или наоборот. Если окажется, что после этого нашего фестиваля преклонного возраста, после их турнира, который они хотят здесь провести, этим не будут пользоваться, то такая подготовленная площадка все равно всегда будет в пору. Поставим сюда или столы для настольного тенниса, или еще какой-то экшен. В общем, в любом случае площадка такая будет использоваться. Только сегодня утром обсуждали технологию, а к вечеру уже снят плодородный слой, подсыпан щебень и пролит водой. И бордюры установлены. Осталось просыпать песком, пролить водой, трамбануть, и можно засыпать красивеньким гранатсевом. Део, спасибо за быструю работу, качественную, но так быстро работать нельзя. А то все привыкнут, вы планку завысите, и потом спрос будет уже намного круче, чем сейчас. Спасибо. Мы в обед пришли проверить работу по нашей площадке. Део в этот раз прям вообще крутые. Вчера мы только пришли, все оговорили технологию, оговорили вообще идею этой площадки. Сегодня уже готово. Взяли и вот так ее срезали здесь. Замечание от Юрия Кирилловича — снять фаску на бордюрах, чтобы не цеплялись ножками люди. Едем тестировать площадку по-настоящему. Будем тестировать первый раз. Куда угодно. А вот так вот. Красавчик. Выбил. Можно выбивать, да. Шарик можно выбить. Я что кидать? Дети мячики. Вот стоит будочка. Там будут эти наборы из шаров и будут дартс. Выносить будут дартс, ставить вот сюда вот где-то и в мишень кидаете. О! Все, открытие площадки неофициальное прошло. Мне кажется, круто получилось. Юрий Кириллович, похвалите, пожалуйста, Део и Сергея Леонидовича. Он говорит, только архитектура хвалит, а мэр никогда не похвалит. Я его лично поблагодарил. Действительно, они отработали шикарно в этот раз. Надеюсь, что и в дальнейшем будут продолжать в том же темпе. Дальше сутки и площадка готова. Дальше, да, сутки и ямки все должны быть залатаны в городе. Я понимаю, что это нереально, но в кратчайшие сроки должны сделать. А за площадку спасибо. Део, держите марку впредь. Сутки на все работы. А куда вы там уже пишете? Мы. Это директор, я ни при чем. Всегда главные исполнители. Директор только щеки Конечно. Надувает и задания раздает. Но получилось круто. Да, куда делать? Получилось круто.